покажу. Он прям тут. Я только что видел, как ты можешь меня прикрыть, пока я кое-что достану из ящика. А зачем есть что-то, которое тебе пригодится? А я скажу вам, он заодно с ними. Вот почему они могут безнаказанно терроризировать город. Остановим его, остановим и жнецов. Вот так. Эти штуки нарочно собирал и прятал, чтобы они бандитам в руки не попались. Можешь взять одну штуку себе. Спасибо за помощь. Этот парень предлагает мне один осколок, а я знаю, что у него их штук 5. Можно взять, что он предлагает, а можно его прикончить и забрать все. Украли всю еду. Чёртовы мусорщики разнесли мой медпункт на причале. Переломаем ноги. Может, это их научит сюда больше не соваться?
Кочевники установили на мой дом устройство наблюдения. Пожалуйста, не мог бы ты их убрать? Похоже, Алдун, главный так называемых мусорщиков, объявился снова. Стреляет во всех без разбора. А разве его не упрятали за решетку? Видать, лампоголовый решил позабавиться и организовал подонку побег из тюрьмы. При этом была убита куча копов. Но Коула это по барабану. С чего вы? Ему до простых людей нет дела. Встретите Коула, не упустите! Thank you.
Я знаю. Вам нравится думать о том, что поблизости есть супергерой, который борется за правду, решает правосудие и все такое. Но Лампоголова интересует одно и только одно. Он сам. Хватит пить ему дифирамбы за то, что открыл мост Рузвельта. Ходячий кипятильник не имеет к этому никакого отношения. Два инженера, Роджер Миллер и Лу Бергман, открыли этот мост. Хотите поблагодарить? Скажите спасибо им. Они настоящие герои. Сегодня Кеслер и Саша шумно поссорились на людях. Причина конфликта неизвестна, но все закончилось тем, что Саша набросилась на Кеслера с кулаками. Мне было велено выдворить Сашу из штаба, что я и сделал. Уходя, Саша обернулась ко мне и заявила, что еще вернется, чтобы мучить и убить нас всех. Признаюсь, я был впечатлен. Думаю, теперь меня переведут к Кеслеру. Прилагаю аудиозапись Кеслера. Эксперимент 52C. Взрослый самец-шимпанзе подсоединяется к сфере 6 электродами. Мич, поверни тумблер на 10. Объект эксперимента испытывает небольшой дискомфорт. Тумблер на 15. Интересно. Усилим до 20. Объект эксперимента явственно испытывает боль. Кровотечение из носа и ушей. Усиль до 28, Мич. Вот чёрт. Не работает так, как я ожидал. Мич, вызови сюда уборщика, пожалуйста.
Прилагаю аудиозапись Кеслера. Да, хочу заказать доставку с курьером. Нет, один пакет. Вы можете отправить конкретного человека? Понимаю. Я не сомневаюсь, что они у вас все надежные, но этому курьеру я особенно доверяю. Его зовут Коул Макград. Да, я жду. Кто-нибудь слушает эти записи? Мой последний контакт с центром состоялся 2 недели назад. То, что я тут наблюдаю, гораздо хуже наших наихудших опасений. Животные со сверхспособностями, люди, передвигающие предметы силой мысли. Вы решили бросить меня одного? Аудиозапись Кеслера. Последние приготовления почти закончены. В 19 часов устройство будет доставлено на пересечении 19-й улицы и Слоат. Через 2 минуты последует взрыв. После взрыва устройство будет возвращено в состояние покоя, пока я буду наблюдать за результатами. Если желаемых результатов не последует, акция будет повторена.